Здравствуйте, зрители и подписчики. Сегодня у нас уже 26 февраля. На носу март. В Беларусь пришла зима. На сутках навалило снега. Вот и так прилично. Сегодня был мороз 15. И вот из лесу вышли коровы в поля пастись. Видно, он один ходит, и трое легли, лежат. Сейчас посмотрим. Это наши белорусские телята, зубры называются. Они, когда много снега в лесу, выползают на поле. Сейчас мы от их метров, наверное, 200 подходим. Вот один устал красивый, что лежал, наблюдает за мной. Сейчас подойдем поближе. Немного их погоняем тут, если нас не погоняет. Это, конечно, не стадо. Раньше было штук 50, наверное. Сейчас что-то мало вышло. Вот они от нас убегают. Конечно, если бы хорошая камера была, да крупным планом можно снять было. А так, подойти до их особо не подойдешь. Ну, попытаемся. Стали наблюдают. Я максимально подблизил кадр, чтобы видно было их. Ну, думаю, ближе подойдем. Три большие, один небольшой. О, со страху обоссался он. Зубр, не я. Фу, снега много, жарковато идти. Уже, наверное, километр полем до их иду. Наша машина стоит вон там на дороге. И шел они по прямой, а кругом еще канал понакапывали. Сейчас подойдем поближе. Они нас ждут, стоят. Вот сейчас убегать будем. Было бы на чем подъехать, так посмотрели поближе. Погода сегодня солнечная, хорошая. Остановили. Зубры все время так отбегут, разворачиваются толпой. И те наблюдают за тобой. Так как мы на максимальном приближении, то кадр дрожит. Но зато, думаю, будет видно зубра. Вот сейчас остановлюсь. Короче, согнал я их с места. Да, подбежал немного. Думаю, гоняться за ним бесполезно. Особо не догонишь.
5 остановили. Ближе 100 метров не подпускают. Опять пошли. Ну, далеко не буду заходить на поле. Вот они побегли. Такие вот зубры. Нахожусь я в Беларуси, юг Беларуси, Припятское Полесье, заказник, вернее, национальный парк Припятский. Здесь вот у нас и зубры, и волки живут, и косули. Этой ночью пару косуль волки задрали, осталось только шерсть от косуль. Так как от чумы передохли все свиньи в лесу, волки пошли к селам, к комплексу вот наш. Комплекс. Коровник стоит, там коровы. Здесь вокруг волки пасутся. Волки коз выжили с леса на поля. И на полях за ними охотятся. Ну также и за волками охотятся егеря. Когда было много кабанов, так волки с леса не выходили особо. Не было им надобности такой. Ну вот 4 зубра вышло. Сейчас еще немного пройду, да и... Раньше по полях было много кустов у нас. Хорошие медоносы были, зайцы, лисы водились. Сейчас все чисто раскорчевали кругом и попортили. Осталось только кукуруза в полях. Все кусты, вон видно, бугры такие лежат, что подгребали кусты. Потом их будут закапывать ямы. И зверу негде прятаться. Возле мелиоративных каналов немного прячутся зверьё мелкое. А крупное некуда ему и деться. Конечно, жарковато, я оделся по такому снегу ходить. Подошли где-то метров, наверное, 80. Они опять пошли от нас. Особо утекать не хочет. Немного отбежали и все. Ладно, здесь по траве снег глубокий пошел. Будем разворачиваться. Вот такой зубр наш. Белорусский. И пошли. Там соседнее село. Находятся видные дома. О, побежали зубры. А вон собаки. Сейчас будем загон глядеть. С комплекса собаки. Слышно, вон бегают там. В центре кадра труба, напротив ее как раз собаки стая. 2, 3, 4, 5, 6 штук собак, короче, 6. Ну что-то они пробежали и резко стали бояться зубра. Зубры его рядом стоят. Здесь надо больше не зубра бояться, а собак. Зубр он осторожный. Зверь. А собака это дурное создание. Сколько раз уже было бросалась стая. Если рядом кирпичей не мадок, особо и не убежишь от собак-то. Интересно, пойдут они на зубра или нет? Не, побежали куда-то так. Короче, собаки решили к зубрам не подходить.
Сейчас еще сделаю фотоснимков пару штук на память. То, что уже зима на исходе, солнце уже пригревает, снег сойдет, зубров уже особо не найдешь, только в лесу. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Смотрите мои новые видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.